Так, и опять привет. Ну что, заморочимся теперь на том, как сделать ствол. Желательно побыстрее так его способ придумать, да? Ну давайте будем разбираться. Так, ствол пустотелый. Значит, цилиндр. Тем более, чтобы потом пустоту не убирать, берем цилиндр сразу пустой. Открываем. Предыдущая наша заготовка. На нее сейчас переключаемся. Заходим в геометрию, уменьшаем ее. В деформации, короче, ротации по Y. Так. Попробуем так по Z. Переворачиваем по Z. И делаем теперь ротацию по иксу. Так, вот так вот сделаем. Теперь с помощью мов все это сюда перетаскиваем. С помощью сайза мы это все уменьшаем. Вот так. И теперь в деформацию, в геометрии. Сайзом давайте поработаем. Так. По какой оси мы вытягиваем? Что-то вот такое у нас получается. Вот так вот. Теперь мы это дело все вот так вот протянем, уменьшим еще немножко сайзом. Вот так вот выровняем и еще немножко ее вытянем. Вот так. Теперь берем обрезку. И вот так вот ее с помощью Ctrl-Shift-Alt обрезаем. Так, все, обрезка сделана. Здесь потом мы ее подтянем, подделаем сверху. Там чуть-чуть он квадратный должен ствол быть. Так, а вот эту часть мы вычтем. А вычитать будем опять же кубом. Делаем append, делаем куб, устанавливаем, смотрим. Так, этой заготовки верхней делаем DynaMesh. Делаем DynaMesh. Так, переключаемся на куб. Делаем вычитание, опять на ствол, делаем merge down и теперь снимаем выделение Ctrl левая кнопка мыши. Вот такая пустая заготовочка у нас получилась. Что теперь можно сделать? Так, здесь мы потом шайбы подставим, здесь можно чуть-чуть ее вытянуть будет, это не проблема. Ну и тут можно чуть-чуть потом ее сплюснуть полюшем. Так. Ну, а теперь надо же эти пустоты сделать. Можно вычитать их, конечно, цилиндрами. Но эта песня будет долгая. Давайте сделаем в деформации. Смягчим все это дело. Релакс. Добавим контур. Ctrl-D, Ctrl-D, прям побольше. И поработаем маской. Вот здесь вот круглую можно, конечно, вычесть потом цилиндром. Или сделать вот такую штуку. Вот так вот. Так. А с этим делом попроще будет. Берем квадрат. Тут их должно быть 4 штуки. Получается 1,
2 и так далее. Вот так вот 4 штуки мы можем сделать. Также все это дело можно нарисовать просто. Круг будем делать вот так вот по-любому, а уже остальное будем рисовать. Ставим draw size и вот так вот можно нарисовать. Так, ставим симметрию и погнали. Draw size чуть-чуть уменьшим и аккуратненько вот так вот стараемся ровнее. И то же самое сверху. И попробуем снизу теперь также. Так, ну вот все нарисовано. И как теперь можно это дело все по-быстренькому убрать? А так бы пришлось бы вот сюда вот ставить цилиндры и вычитать их полностью. Ну, заморочиться можно, но давайте быстрый вариант посмотрим. Так. Заходим в Visibility вот эту и жмем сначала Ctrl-I, инвертируем маску. И потом Hidden PT вот эту. Так. Что у нас тут получилось? Вот такой вот вышел ствол. Так, теперь опять сайзом уменьшим. Поставим прозрачность. Жмем геометрии. И теперь его вытягиваем. Вот так. И делаем меньше. И еще вытягиваем. Теперь тут обрезаем. И тут обрезаем. И с помощью мов вставляем его вот вовнутрь. Так, теперь с помощью ротации немножко его корректируем тут внутри. Здесь потом добавим еще деталь, пусковик. И можно делать мушку вот эту вот здесь нижнюю часть. Так, отключим прозрачность. Ну вот такой у нас вид получился.